Всем привет, ребят! Наконец-то я добрался все-таки до английского сервера, и сейчас мы посмотрим новый скин на профессора Риббита, что он дает, как он себя показывает. На Огнекрыла я вам уже показал скин, в принципе, мне понравился. Вот так вот теперь у нас будет выглядеть профессор Риббит. Вечно забываю, что это она. В общем, сейчас будет походу Crazy Frog. Так, ну почти на восьмерку качнули уже. Давайте сейчас выставим. Так, где-то в конце должно быть. Вот. Ну, теперь можно второй талантик сейчас поставим. Вот так вот нового питомца. Ради теста. Так, ремку рунами. И попробуем сейчас паролем заодно новый талантик. Так, ожог. Не хочу карты, давайте коробки. Так, где там? Вот. Ну, прикольненько, конечно, выглядит. Сейчас посмотрим, как будет в бою. Вот так вот, ребят. Просто изи. Ну, это мега удача. Как обычно, с пару тычек я это сделал. Достал новый талантик. Плюсуйте, если хотите обзор на этот талантик. Так, так. Поехали, будем смотреть на героя в действии. Так, надо только найти какие-то попроще. Ну, конечно, честно говоря, я в шоке, что именно так я быстро нашел. Но вот анимашка изменилась, как видите, причем неплохо так изменилась. Crazy Frog теперь летает, что ли? Что это было? Ну-ка еще разок. Давайте на что-то другое. Давайте не тут. На арену сбегаем, посмотрим. Как-то аж подвисает прям. Ну, смотрится круто. Мне нравится. Анимация, конечно, офигенная. Интересно. Питомец камень даже бьет. Ничего себе. Прикольненько. Ну, анимашка красиво смотрится. Вместе с этим, с новым героем. Просто огонь. Так, я думаю, на ком это потестить. Этот новый талантик. Сейчас посмотрим, что он там на восьмерку дает. Ну, это, блин, жесть. Пару тычек и сразу новый талант. Будем делать топовые сборки сейчас, значит. Так, давайте дальше еще добьем уже. Вот нравится мне, конечно, питомец. И посмотрите, он в бою даже после. Вот, кстати, что я хотел протестить. Так, давайте... Побежали в забытую. Сделаем небольшой тест питомца. Так, ну я думаю, этот, наверное, меня убьет.
Ну, с такими героями должен. Так, убили. Вот оно, ребята. А вот теперь подумайте, как вы сольете такого питомца, которого вы не видите. Ну, это реально, это баг, это должны фиксить, потому что получится просто жесть. Он будет в бою, пока не истечет время. Это очень печально. Потому что если у вас будет оставаться там 10 секунд, и у вас вылетит эта фигня, вы ничего не сделаете. Сейчас я посмотрю 100% какой там кулдаун, но это печально очень. Особенно для бездонатов. Если они даже будут убивать. Ну, 15 секунд. Фига себе. Ну, окей. Давайте еще разок тест. Смотрим на время. А они не могут убить. Точнее, этот не может убить. Ну, а ну, без, давай. Не смог. Питомец затащил. Сейчас, может, еще будет посильнее какой-то противник. Но, ребят, это надо фиксить, я считаю. Так, ну давайте на вот этого нападем. Вот после смерти получается жесть. Нет, это слабенький очень для нас. Блин, пэт, конечно, кайфовый. Смотрите, что делается. Анимашки, конечно, они красиво прессовали тут. Спору нет. Так, ну на кого такого напасть? А, вот с фрайка, я думаю, тут они быстро раздадут. Смотрим по времени. Да, стрелок. Фрейя. Так, ну что, вы убьете меня или нет? Вот смотрим. Вот так вот, ребят. Что вы на это скажете? Посмотрите, сколько времени просто герои тупо стоят. Я считаю, это надо фиксить. Получается, если ты сольешь пачку, вот интересно, будут засчитывать проигрыш или победу. Возможно, будет это как с тенью. Не знаю даже. Надо будет встретиться против такого. Но я надеюсь, это будет как тень. Если ты убьешь всех, а тень просто тупо будет даже в бою, если всех перебьет, все равно победу засчитают. Бен, ну не знаю, очень-очень-очень интересно насчет этого посмотреть. Так, ну что, новый талантик, 2 секунды, 1000 хп рестор, кулдаун 4, я говорю кулдаун, давайте посмотрим сейчас по талантику. А вы напишите в комментах, на ком вы хотите увидеть этот новый талант. Так, смотрим. 2,5, 7, кулдаун, 7, 3 секунды. Так, 3 секунды. Окей. Берем, например. Я думаю, Ронину рунами все-таки лучше всего будет это сделать, поставить. А вот кому-то это надо будет ставить талантом. Так, ну-ка давайте так. Огнекрыл. Берем такой вариант. Огнекрыл. Огнекрыл. Смотрим, что у него получается. Так. 8 секунд.
В принципе. В принципе, на Огнике, думаю, неплохо будет он смотреться. Магма действует, получается, как раз кулдаун заканчивается для Огнекрыла. Думаю, очень круто будет этот талантик однозначно. Ну, потестим на Охнике. Так, какой еще я вижу вариант? Допустим, Фрея. Ну, Фрея, это понятно, получится 3 секунды. Для нее тоже будет очень кайфово. Возможно, даже рунами просто поставить. Хоть и меньше будет, но будет круто. А вот для Ронина... Полторы секунды получится. Этот талантик будет включаться у нас, если он сразу же пропадает, да, получается в бою. А ну-ка смотрим, давайте так поставим Ронина сюда. Любого. Допустим, такой Ронин. В общем, надо будет подумать, посчитать, потестить, но талант очень офигенный. Вопрос, что лучше его ставить рунами или ставить все-таки талантом, потому что вы выбираете основные параметры у героя, там либо атаку, либо деф. Сам по себе он будет ватным. Так, ну-ка выпускаем. Вот он сразу уходит в инвиз, хорошо. А получается, он появится через 4,5 секунды, и потом через, грубо говоря, 4-6 пропадает. Получается 6. Так, надо наглядно смотреть. Не готовился к видео, я люблю все тестить. Что у нас получается по герою? Герой выходит в бой, пропадает на 4,5 секунды. На 6 он появляется. Окей. Дальше опять он пропадает до 10,5. 10,5. Получается, что у нас, что когда... Ну, возможно, в дальнейшем он там через раз будет срабатывать. Когда он появится 10,5, у него уже пропадет этот талант, потому что, ну, точнее, неуязвимость это. Получается, он выйдет с иллюзорности, и он уже пропадет. Так, и получается вторая 10,5. Окей. Смотрим. На восьмерке. 7,5, на 7 он включится, плюс 3, 10,5. Получается, у вас выходит он с инвиза, да, он себя хильнет неплохо, но опять же вопрос, убираете утекание, ставить этот талант, нафиг оно надо. Для Ронина я не вижу смысла. Потому что оно будет не совпадать. А вот для Огнекрыла, для Фрея, думаю, да. В общем, будем сейчас тестировать. Не сейчас, а вообще будем тестировать Фрею. Именно с таким талантом. Возможно, я даже Басту беру. Пишите комменты, любители, знатоки инфы, что вы думаете по этому поводу. Но я пока не вижу смысла на Рунистане, потому что у него совпадает это все. Вот на Огнекрыла будет интересно, у него магма пропадает. То есть есть нюансы. Ну, надо тестить. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот был скин. Такой вот движ. Все. Всем удачи. Всем пока.